Это холодильник. У него есть дверца и полочки. Это нож. У него есть ручка. За нее держат, чтобы не поранить руку. Это чашка. Она станет горячей, если налить в нее чай. Это стол. Под ним можно спрятаться. Это солонка. Из нее берут соль, когда нужно посолить еду. Это половник. У него длинная ручка. Это скалка. Скалкой раскатывают тесто для пирожков. Это ложка. Она твердая. Это сковорода. В ней жарят и разогревают еду. Это мелкая тарелка. Ее моют после еды. Это веник. Он сделан из прутиков, которые связаны с одного края. Это мыло. С мылом моют ручки, чтобы они были чистыми. Это чайник. У него есть ручка, носик и крышка. Это вилка. Она твердая. Это кастрюля. У нее есть ручки. Это сахарница. В ней хранят сахар. Это спички. Они лежат в коробочке. Это графин. В нем держат воду для питья. Это салфетки. Они мягкие и легкие. Это умывальник. В нем моют посуду. Это кухонная доска. Она твердая. Это совок. В него собирают мусор с пола. Это стакан. У него есть дно и стеночки. Это банка. В ней хранят еду. Это полотенце. Им вытирают посуду. Это блюдце. На него ставят чашку. Это скатерть. На ней красивый рисунок. Это тарелка. У нее высокие стеночки. Это ведро для мусора. Оно закрывается крышкой. Это венчик для взбивания. У него есть ручка. Это кран. Из него течет водичка. Это мясорубка. У нее внутри много маленьких ножей, которые мелко режут еду.